Снова здорово, ребятки, и у нас 31 октября, а это у нас Хэллоуин, Тролль Фейс Квест, Хоррор 2, Хэллоуин, вот что это такое, бля, за игра. Давайте посмотрим, в первую часть я не играл. Так, уровень 1. Я вижу монстра какого-то. Так. Ёб твою дивизию. Как это уровень не пройден? Да, ну, ладно, допустим. Вот это поворот. Вот этот кактус мне не нравится, честно говоря. Ну, давай попробуем. Так. А как? И как? Не, ну это... Это какая-то подстава. Я не хочу это... О! Вот оно чё. Ага, тут мы видим Чаки. Остальных я не знаю. Так. Ух ты ж. Что мы можем тут еще сделать, интересно? Ну, этот щелкать может. Этот долбить, этот плакать. Это кататься. Ну, вот Чаки мне не нравится. Ну, ты ж сволочь. Ох ты ж. Вот этого я никак не мог ожидать. Угу. Так, муха. Позолоченное брюхо. С чем мы еще? Ой, фу. Так. Ух ты. Так. Мы можем поднять муху. С ней ничего сделать не можем. Угу. Как так может быть? Промежуток должен быть. Хотим ли мы использовать подсказку? Ух ты ж! Не-не-не, мы будем, пожалуй, без подсказки. Угу, так. Так-так-так-так-так. А как-то... Как-то что-то же ведь можно... придумать.
Так, я не это хотел сделать. Обломушка? Ага. Так, что мы вообще тут в состоянии сделать, одеть? Нет. Давай эти. А что если... Что если... Да нет же, ну что ж ты... Так, а как тебя заставить что-то другое одеть? А больше у тебя ничего не работает, братишка. О! О! Надо тапки на еблет натянуть, тогда все получится. Так, ну здесь уже плюс-минус понятно. Не то, не то. Сейчас мы что-нибудь... Так, здесь в принципе-то больше ничего и нет. А что, если мы подержим еще дольше? Система, походу, не работает. Ох ты ж, блядь! Сработало. Какая симпатяшка. Ёб твою налево. Не-не-не-не-не, только не тухни. Не тухни. Да что ж тебе надо сделать-то, а? Ох. Неожиданно. Так, 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 так. Ну, это совсем не интересно. Телефон у него тоже, получается, забирать нельзя, ладно. Вот теперь опасно. Так. А если вот так, и теперь... Нет. Что ж ты, скотина, такой... Как же тебя, куда ж тебя? Так, роллы мы можем поднять? Нет. Почему мы ничего... Давайте подсказку. Ну так это и так было понятно. Не-не-не-не-не. Что-то здесь не то. Ладно, я сдаюсь. И чё? Так... Фак, это всё одно и то же.
Ничего не поменялось. Смысл от этой подсказки? Вообще ничего. Ребят, у меня ЧП. Вот оно. Копать я дурак. Надо было... Ай. Угу. Так. Опа. Ух ты. Шикарно. Угу. Этого клоуна везде, по-моему, уже засрали. Что тебе надо? А если такой шарик? Если вообще никакой шариков нельзя лопать. Так, что я могу здесь еще сделать тебе? Подвал открывается? Нет. А этот мы пробовали, давай красный. Не работает. Желтый. Опа! А шарик-то с говнецом. Угу. Так. Фу. Это было чутка мерзко. Что у нас еще есть? Так, погоди, погоди. Ох ты ж! Это еще хуже. Так, что мы можем здесь? Да как так-то? Оп, сорян, кнопочкой ошибся. Блеск. Мистер Пропер пиздобол, нихуя не моет пол. Так. Как? А... Просто чумачечья баба. Так, погоди, я ж ничего не успеваю нажать даже. Ну-ка, разгонимся. Нет, слушай, не работает. Давай заднюю. Так, на нее нажимать нельзя. Попробуем с подсказкой. Это мы и так знали. А как вторую-то подсказку использоваться? Потихохоньку, потихохоньку. Так. Так, у нас все получится. Все будет. Все? Угу. Так, что мы можем сделать тут?
Ух ты ж. Привет. Так. Допустим. Давай обратно ее в телевизор запихнем. Осечка. А, все, я понял. Сейчас по красоте будет. Все? Утерлась? Отличненько. Что он? А, так у нас последний остался. Ну, давайте, наверное. Так. Я, конечно, понял, но как-то не юморно, честно. Давайте секретный уровень отправимся. Угу. Так, самокат трогать нельзя, вентилятор нельзя. Опа. Это же мгла. Опа, верни, верни чувачка обратно. Так. Чувачок, ты умеешь взаимодействовать хоть с чем-то? Давай, ворота обратно, закрывайтесь, закрывайтесь! Не про канала. Так. Взаимодействовать я... О, могу! Но это мне не помогло. Так, хватай самокат. Там еще один спиннинг есть. Возьми хоть что-нибудь. Ух ты ж. Все? Секретный уровень у нас был. Уровни простые были. Так. Это было, это было, это было. Так что, ребят, мы умудрились с вами пройти игрушку так-то? Ну что, поздравляю вас с Хэллоуин. Большое спасибо, кто досмотрел. Всем хорошего настроения и пока.